Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня расскажу вам о сорте острого перца, который, наверное, самый популярный во всем мире, используется всеми хозяйками. Называется кайенский. Это одна из разновидностей острого кайенского перца. Плоды зреют от зеленого до темно-красного. Листья обычные зеленые, цветы белые, поникшие, крупные. На одном кусту за сезон может созревать до 30-40 плодов. Растение в высоту достигает сантиметров 40-50. Созревает этот сорт за 100-115 дней. Длина стручка около 10 сантиметров в длину и около 3-4 сантиметров в диаметре. Очень красивый, насыщенный красный цвет у зрелых плодов. И очень приятная острота. Этот сорт самый популярный в мире, как я сказала. 80% экспортируемого перца – это перец кайенский. Вот так выглядит плод в разрезе. Толщина стенок около 2-3 мм. Очень сочный. Как я сказала, очень острый, но острота приятная, потому что вкус самой мякоти сладковато. Даже не могу передать вкус, но очень приятный. По шкале Сковила острота этого перца достигает от 20 до 40 тысяч единиц. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на канал, подписывайтесь. Буду показывать вам другие сорта острого перца.